Карло очень любит детей. Он кукольный мастер. Он делает замечательных кукол. Куклы разговаривают друг с другом и ведут себя как настоящие дети. Да они и превратились бы в настоящих детей, если бы не злой Карабас-Барабас. Он отнял кукол у Карла, запугал их и заставил быть актерами-марионетками своего кукольного театра. Карабас издевается над бедными куклами, больно бьет их своей плеткой. Я хочу спасти их и увести в волшебную страну счастья, о которой прочла в своей волшебной книге. Что же написано в книге? Дверь в волшебную страну счастья открывается золотым ключиком. Но где находится эта дверь? И где взять ключик? Thank you.
Теперь я тут живу. Ладно, я уйду. Эх, Буратино, Буратино. Жанни, слушайся папу Карла и начни ходить в школу, иначе тебя ждут ужасные опасности и страшные приключения. Обожаю ужасные опасности и страшные приключения. Эх, Буратино, Буратино, жаль мне тебя. Почему это жаль? Потому что у тебя очень маленькая, но очень глупая деревянная голова. Потому что он их плохо кормит. Знакомься с куклой,
Но только ничего не говори им обо мне. Карабас не должен знать, что я здесь. Иди в театр. У меня же нет билета. Я сделаю так, что тебя пропустят без билета. Садись в первый ряд. Хорошо. Абсолютно. Никакой. Один раз.
А где находится международный академ? Так, где? Вы не знаете, где она? Где-то между народами. Зачем вам это надо? Да так, знаете, цены хотел сравнить, расходы. У меня ведь тоже ученая степень. И какая же? Я доктор около всяческих наук. Около всяческих наук. Никогда не слышал. Не слышали? Так слушайте. Я аллопат, гомеопат, натуропат и психопат. Психиатр. Я терапевт, хирург, проктолог. Я доктор отоларинголог. И стоматолог тоже я. Огромна практика моя. Я будущее предскажу, порчу сниму и наложу. Старуху я омоложу, любую воду заряжу. Моя реклама каждый день во всех газетах. Моя реклама в песнях и куплетах. Если хочешь быть здоровым, постарайся позабыть о дороге. Вы еще и поете, и вот на рояль, на аккордеоне играете. Музыка, любовь моя, мое хобби, да? Знаете, я и в музыке талант, я превосходный музыкант. И, кстати, за свою игру я даже денег не беру. Я бы вот так не мог, вот так бесплатно. Ладно, в общем, почтенный Дурима, о чем вы говорите? Наш, кстати говоря, это страшная тайна, Наш Карабарский король за мои слуги наградил меня этим ключом. Он открывает дверь в волшебную страну, в которой каждый становится счастливым, богатым. Ну, конечно, богатым, очень богатым, очень. Так вот, король сказал мне, что эта дверь находится здесь. В этом самом городе, в какой-то комнатке, за холстом, на котором нарисован горящий очаг. Я найду эту дверь, разбогатею, еще больше разбогатею, чем сейчас. Поделюсь чуть-чуть с королем. И если вы мне поможете, с вами тоже, хотите быть третьим? Конечно. Очень. Когда я разбогатею, я порву все с этим кукольным театром. Мне так надоели эти куклы. Я не могу их больше видеть. Я сломаю и разорву их на части. Оторву им ноги, руки. Выкину их помой. Оторву фарфоровую голову. Это из-за знайки Мальвины. А ее пуделя, ученого пуделя Артемона, я отдам живодерам, пускай сошьют из него шапки. Успокойтесь, успокойтесь, успокойтесь. Я воду не пью, принципиально. Подай, бед, несчастный хромой Алисе, голодаю. Сил нет охотиться. Подайте бедному слепому коту Базилию. По состоянию здоровья не могу воровать.
Эти двое за деньги найдут вам кого угодно. Они раньше ворга воровали много, а делиться не хотели. Вот их выгнали. Значит, бывшие сотрудники органов. Сотрудники органов бывшими не бывают. Мирно! Молодцы. Найдете мне эту дверцу? Я вас отблагодарю. Не пожалеете. Служим тому, кто платит. Устал я, Шелуга. Надо бы пойти посмотреть, как эти негодяи репетируют. Ну и я, знаете, пойду. Если бы золотой ключик был бы у меня, я бы сам без Карабаса нашел бы заветную дверь и стал бы счастливым. Хотя, знаете, сейчас неплохо. Карабас-Барабас найдет волшебную дверцу и попадет в волшебную страну. Он разорвет на части Мальвину и отдаст живодерам Артемона. Надо их спасти. Надо выкрасть золотой ключик у Карабаса-Барабаса и спрятать его так, чтобы Карабас никогда его не нашел. Артемону и Мальвине надо бежать. Я помогу им. Ах, Карабас-Карабас! Какой же ты грубый и злой. А ведь когда-то ты был обычным мальчиком. Мы вместе ходили в детский сад и даже дружили. Ах, если бы Карабас, вставая, чистил зубы, дружил. Выглядел столь грубым, а был бы милый и простой. Он бороду бы сбрил, не выглядел столь грубым, а был бы милый и простой. Ах, если б Карабас с грамматикой был дружен и книжки мудрые листал, его свирепый нрав ему бы стал не нужен, он нас бы мучить перестал. Его свирепый нрав ему бы стал не нужен, он нас бы мучить перестал. Ах, если б Карабас любил цветы и розы и бранных слов не выносил, зачем ему тогда и кулаки, и розги он розы к нам преподносил? Зачем ему тогда и кулаки, и розги он розы к нам преподносил? Ах, если б Карабас мог не со зла слепого, а от любви сойти с ума, я первая б тогда, не помня зла былого, его б утешила б сама. Я первая б тогда, не помня зла былого, его б утешила б сама.
А меня продашь живодером, которые стерут с меня шкуру и сделают из нее шапки, а затем изрежут на куски и выбросят всех остальных кукол. Что нам делать? Артемон, нам нужно сбежать от Карабаса-Барабаса и спрятаться в лесу. Нужно же спасти остальных кукол. Ты же смелый и сильный пес. Конечно! Ты сможешь вытащить золотой ключик из кармана у Карабаса-Барабаса так, чтобы он это не сразу заметил? Я попрошу черепаху Тактилу, чтобы она никому не отдавала золотой ключ. Нам нужно вскрыть золотой ключик. Он никогда в нем не пустит. Я попрошу черепаху Тактилу, чтобы она никому не отдавала его. Нас кажется, кто-то подслушает. А я все слышал. Я отниму у черепахи Тактилы золотой ключ. Открою заветную дверцу и стану счастливым. А Карабас-Барабас будет мне завидовать. Я хотела повидать знаменитого Карабаса-Барабаса. Я Карабас-Барабас. Что тебе надо? Господин доктор кукольных наук, я всю жизнь мечтала о работе под вашим просвещенным руководством. Я слышала о вашей доброте и любви к внукам. Я хотела бы играть на флейте в оркестре вашего театра. Сыграй мне что-нибудь. Мне нужны. Иди, садись в первый ряд и смотри на репетицию. Если я увижу, что кто-то будет плохо играть, я как дам больно. Репетировать. Все слышно? Thank you.
Вот такая заводная.
научной книжке, что будто люди мне родня, что все девчонки и мальчишки, где происходит от меня, в целом мире лишь она я. Вот такая заводная, вот такая заводная, лишь только я одна. Мальвина! Артемон! Отзовите!
эти буквы. И все отрепетировали? Все, все, это как мой любимый учитель. Замерз я, право. Пора бы камин растопить. Дров нет. О! Вот сидит какая-то деревянная кукла. Эй, поди-ка сюда. Это вы ко мне обращаетесь? Тебе, тебе. Скажи, пожалуйста, ты сделан из сухого дерева? Конечно, из сухого, из самого лучшего. Вот и хорошо. Полезай-ка в очаг. Зачем? Будешь дровами. Я же сгорю. А я согреюсь. Вы ошиблись, Карабас. Я не могу растопить ваш очаг. И почему же нет? Потому что я один раз уже пробовал залезть в очаг, но ничего не вышло. Я только проткнул его своим носом. Какая чепуха! Очаг невозможно проткнуть носом. Как ты мог это сделать? Потому что этот очаг был нарисован на куске старого холста. Где был нарисован этот очаг? Ну я уже говорю, на куске старого холста. Как зовут тебя, чудесный мальчик? Мой папа Карло дал мне имя Буратино. Мой милый, талантливейший Буратино, а скажи мне, пожалуйста, не видел ли ты, что там было за этим холстом? Конечно, видел. Там какая-то Это большой секрет. И где же ты видел этот холст с нарисованным очагом и эту дверцу? В каморке моего папы Карла. Тайна открыта, богатый мой Карабас-Барабас. Знаешь что? Не надо лазить в очаг. Я тебя отпущу и подарю тебе жизнь. Мало того, я дам тебе пять золотых. Иди, он подарил отнеси. Ему пять золотых монет. Пять золотых. Отнеси их своему папе Карло и скажи, чтобы он очень внимательно охранял свою комнату, в которой нарисован очаг на куске старого холста. И никому не говори про эту дверцу. Хорошо, Буратино? Хорошо. Благодарю вас, Карабас. Ну? Вы не могли дать деньги в более надежные руки. Давай, ступай. Ты придешь на это поле, выкопаешь ямку, положишь на 5 золотых, опять засыплешь и скажешь волшебные слова. Кракс, такс, пекс. И на мудро вырастет дерево, а на нем вместо листьев будет висеть 55 золотых монет. 55 золотых? Хоть же мы тебя туда отведем? Нет, я лучше пойду домой, папе Карло. Подумаешь, мы тебя и не уговариваем. Не уговариваем. А что ты будешь делать со своими 5 золотыми монетами? Отнесу папе Карло, скажу, что он купил себе новую куртку, а мне азбуку с большими буквами и красивыми картинками. Дурачок! Дурачок! Пойдешь вон по той тропинке и встретишь там папу Карло.
Ты виноват!
я уже не встала. Чужой! Разорву! А! Мальвина! Артемон, ну что ты шумишь? Я же еще не выспал. Мальвина, здесь Буратино! А! Как Буратино? Как он сюда попал? Не знаю, но он лежит, еле дышит. По-моему, он без сознания. А! Нужно спасти его! Вернуть его в жизнь! Артемон! Ава! Принеси мне шприц с большой иголкой. Принеси ему Сейчас погасим свет,
сахарками. Мне самой его жалко, но мальчикам нужно воспитывать строгости. Oh,
Спасибо, лягушки. Я возьму водяной насос и выкачу всю воду из него туда.
козявочки, козявочки, малявочки, разявочки. Я ли ваш хозяин, ли вы мои хозяюшки? Вас почему так обожаю я вам Сочи нрав, я умираю, как люблю, я великий дурман. С виду я холодный, с виду я голодный, но зато какой талант. Пиявочки, козявочки, малявочки, раззявочки. Я ли ваш хозяин, ли вы мои хозяин? Я вас почему так обожаю и люблю? Кусачий нрав, я нечаянно люблю. Старая консервная банка. Я же знаменитый врач, целитель, доктор около всяческих наук. Шарлатан, а не доктор. Да ладно тебе. Ты лучше отдай мне золотой ключик, и я тебе обещаю никогда больше не ловить ни пиявок, ни лягушат в твоем бреду. Я же знаю, что ключик у тебя. Дима, ответьте, пожалуйста, на три вопроса. Пожалуйста. Ты человек? Конечно. Ты у меня ключик просишь? Ну, прошу. Как ты думаешь, обещание надо выполнять? Надо, надо. Очень тебя прошу, отдай золотой ключик. Так вот, Артемон отдал мне ключик, и я ему пообещал. Я давать ключик не одному человеку, как бы он меня не просил. Ты старая калоша. Я не прошу. Я требую, отдай золотой ключик мне. Или отдашь Карабасу-Барабасу. Никому я ключик не отдал. Потому что я уже отдала ключик Буратино. Он не человек, а деревянная кукла. И он меня ничего не просил. Ага! Ха-ха. Проговорилась старая кочерга. Я найду Буратино и сниму у него золотой ключик. Карабас-Барабас! Алиса! Базилио! Карабас-Барабас! Алиса! Базилио! Иду, иду! Дорогие друзья, к сожалению, наше время истекло. И нам пора возвращаться в нашу сказку. А жаль, мы так привыкли к вам, так полюбили вас. Я фея этой сказки, добрая тетушка Тортила. Вот он я. Мяу.